глуши ночной или в порывах дня. Любовь твоя мне сердце наполняет. К тебе, мой Бог, всегда я прибегаю. Ведь ты один все время ждешь меня. К тебе, Отец, всегда я прибегаю. Ведь ты один все время ждешь меня. У твоих ног всегда мне хорошо. Псалом хвалы потоком жизни льется. И каждый раз воскреснуть удается, лишь опираясь на твое плечо. В глуши ночной или в порывах дня любовь твоя мне сердце наполняет. К тебе, Отец, я снова прибегаю. Ведь ты один все время ждешь меня. К тебе, Отец, сейчас я прибегаю. Ведь ты один все время ждешь меня. Вместо меня на смерть ты отдал сына, чтоб смыла его кровь мои грехи. Кто мог нас возлюбить еще так сильно, как ты, владыка неба и земли? В глуши ночной или в порывах дня любовь твоя мне сердце наполняет. К тебе, Отец, я снова прибегаю. Ведь ты один все время ждешь меня. К тебе, мой Бог, сейчас я прибегаю. Ведь ты один все время ждешь меня. Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Итак, ну как бы я понимаю, что проповедуешь, когда все-таки уровень у всех разный. Одни уже где-то продвинутые в Господе, другие задвинутые бесами, третьи порой слышат, не понимают. Четвертые карабкаются, страдают, мучаются, ищут по-своему. Что-то Дух благодати делает, и мы все
очень с вами, ну, разные. Но одно я знаю точно, что когда любой из нас, в каком бы он состоянии ни был, духовном, душевном, когда мы ищем искренне, когда мы жаждем, Бог начинает что-то делать, что-то совершать в нас, через нас. Это, ну, как бы из века в век происходит. Итак, мы читаем Слово Божие. Поймите, это опыт, ну, всех подряд. Я не знаю, кто мимо этого опыта негативного, противного проходил мимо. И когда вот, ну, допустим, апостол Иаков, он просто написал для нас в своем послании: «Будьте исполнителями слова, а не слушатели только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя тотчас и забыл, какой он». И вот Господь говорит, что, ну, что здесь нам нужно знать? Будьте исполнителями слова. Я не знаю, почему это с нами происходит. Ну, из того, что я видел, вижу, слышал, ну, могу сказать, что далеко не всегда происходит так, что мы читаем Слово Божие, слышим и тут же пытаемся его исполнить. У нас такое величайшее дерзновение, тут же соскочили, услышали и начали исполнять. Нет, мы начинаем думать, обдумывать, мы начинаем, ну, как бы вычислять, что мы тут потеряем, что нам прибавится. И часто, как бы, возникают хорошие порой мысли у нас, да, но неплохо бы, ну, как бы исполнить то, что Бог говорит. Где-то мы там догадываемся, что то, что Он обещал, оно исполняется. Появляется, как бы, желание добра, вот что-то делать доброе. Ну, как апостол Павел то же самое переживал в своей религиозной жизни. И он говорит, что, ну, то есть, знаю, что не живет во мне, то есть, воплоти мое доброе. Потому что желание добра есть, но мне, чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброе, которое хочу, не делаю, злое, которое хочу, не хочу, вернее, делаю. Если делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И вот вижу в членах моих закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня, как бы, пленником греха. И вот он говорит: бедный я человек, вот кто меня избавит от этого смертного тела? И вот, ну, так или иначе, ну, в моей жизни это много раз было, не знаю, сколько в вашей, много раз, когда, ну, начинал свои хождения с Господом, в этих там 80-х годах прошлого века, что-то я слышал, где-то я загорался, у меня появилось желание, да, что-то делать для Господа, что-то совершать, но потом что-то внутри меня, оно всегда меня удерживало. И так, короче, несколько лет оно прошло впустую. Просто, как бы, моя плоть или дьявол, разницы нет, и меня просто обокрали. Обокрали. Я потерял несколько лет жизни, она была бесплодна, она была безэффективная, потому что вот эта плоть моя, вот постоянные мысли, есть доброе, хочу доброе, понимаю, молюсь тут же Господу: Господь, я для Тебя, я за Тобою, но потом через уже день или на утро ты совершенно начинаешь мыслить иначе. И вот действительно, ну, как бы понимаешь, что ты не прав перед Богом, но продолжаешь так жить. И вот то, что Павел написал, этот синдром. Что происходит? Да, потом ты идешь за Богом, ну, вот как многие из вас уже, подобно мне, не один год, мы идем за Богом, мы знаем, где мы отступаем, мы знаем, где мы согрешаем, понимаем, мы не правы, но вот что-то нас держит, вот. Нет у нас такого понятия, ну вот, даже, наверное, может быть, кто-то размышлял, а если бы вот сегодняшний день был последним днем моей жизни, жил бы я так, вот как живу, зная, что я встречусь с Господом, зная, что мне предстоит, может, там вот в 12:00 стрелка будет с Господом,
Я думаю, тогда вот что-то бы мы пересмотрели в себе. Тогда, может быть, мы по-другому стали молиться. Тогда мы, может быть, по-другому как-то смотрели на свою жизнь. Но мы как-то так вот привыкли откладывать, перекладывать. Да ладно, сойдет, пойдет, все так живут. И много раз я в себе это замечал. Ну, Вася, если не будешь ты же стучать, искать, кто за тебя это будет делать? Ведь ты не вернешь прожитый день, он уходит. Из тех множества дней, которые лет Бог тебе отпустил, все, он ушел. Он не ворачивается. Ну, иногда, скажу, приходит отрезвление, начинаешь молиться с пониманием, да, Господь, это надо дерзновение для того, чтобы побеждать. В принципе, у меня много и неплохо в жизни происходит. Я, ну, как бы общаясь со многими христианами, вижу, у которых все там порой разбито, побито, болезни, немощи, долги, но живут так, что словно они на этой земле собрались жить вечно. Нету вот этого дерзновения подняться, сокрушить ту свою плоть, которая нас держит. И получается, у нас появляются, ну как, у многих христиан добрые намерения, хорошие желания, прекрасные мечтания, но где были, там и остались. И я видел, ну, уже великое множество христиан, вот эти намерения, мечтания, желания, хотения, а того, что Бог дал, того, что Бог даровал для тебя и меня во всей полноте, нету, потому что вот это слово, оно ослабляется нашей плотью. И она становится, это слово, бессильным, потому что наша плоть побеждает. Спасибо Господу, что вот на моем пути были постоянно те, которые являли пример. Мужи Божьи, жены веры, которые шли вперед, которым я мог подражать, чтобы не равняться на других. Быть все как другие, это мне совсем не интересно. Я благодарен Богу за тех, кто действительно показывал, что есть нечто лучшее, нечто лучшее. Но мы часто так вот живем, это просто все упирается в нашу плоть. И вроде бы мы читаем, знаем, что живущие по плоти Царствие Божие не наследуют, помышления плотские, суть, смерть. Мы все это знаем. Но получается, что как многие-многие дети Божьи остаются там, где, ну, как бы Бог не ставил этих отметок для нас. Он желает, чтобы мы простирались действительно вперед, простирались дальше. И, ну, вот если как бы читаешь Писание, вот мы читаем, да, много-много великих драгоценных обетований. Все знаем об этом, некоторые тут других учат, что это так. Но когда мы читаем Слово Божие, все-таки понимаешь, как Господь говорит: Вася, Царствие Божие усилием берется. И кто прилагает это усилие, восхищает, то есть приближает его. То есть это мое усилие, если я что-то желаю. Если я желаю что-то принять, это мое усилие. Просто главное очень в себе всегда видеть, где я остановился. Или желаю ли я идти вперед? Вот это большой вопрос. Желаю ли я действительно двигаться вперед? Желаю я ли простираться? Но поймите, почему я так говорю, вопросы задаю? Потому что, ну, я благодарен Господу. Ну, как вот Он у меня что-то в моих мозгах сдвинул, у меня искания, желания никогда не прекращались. Я видел рядом с собою многих братьев, сестер, кто-то уже ушел в иной мир, а кто-то еще живой, нету этого желания, нету этого хотения. Да, они просто ходят в церковь, да, они посещают церковь, где были, там остались. Знают Слово Божие, понимают, что... Ну да, Господь призвал, может быть, какие-то вспоминают свои молодые годы, когда что-то хотели, но потом эта суета, этот мир, он затаскивает нас, и нету того, что Бог обещал. И, конечно, когда вот, ну, ребятки, я все-таки уже
начитанный, наученный, много познал. Ведь я же понимаю, вот что вот здесь вы сидящий, я стоящий. Столько благ, они просто ждут нас. Они ждут, когда муж Божий, жена Божья очнутся, проснутся, вас жаждут, вас желают сразиться прежде всего своей плотью, чтобы одержать победы, сразиться своей плотью, чтобы принять то, что Бог дал во всей полноте. Для этого Он дал нам благодать. Благодать, которая помогает нам для того, чтобы где-то сломить свое неповиновение, свое непослушание. Еще раз говорю, это усилием. Вот все эти обетования, они усилием берутся. Бог что-то желает от тебя. Да, ну что такое усилие? Да, ты где-то молиться, поститься, что-то делать, совершать, наступать на себя, отвергать себя, чтобы то, что Бог дал, оно состоялось. Я говорил и говорю, это из опыта уже жизни. Жатвы много. Вот здесь живем ли мы в Киргизстане, в любую страну, куда я поеду, везде жатвы много. И нужны просто действительно вот мужи, жены веры, которые пойдут. Мужи, жены веры, которые возжаждут чего-то большего. Но в нас есть плоть. Вот вы видите мою плоть. Она противится Богу. Так же, как и ваша. Она не покоряется Богу. Я много вас учил, да? Я много вас учил и, ну вот еще раз учу. Помните, что недавно я учил? Что это такое? О! Оказывается, слушали. А у меня лукавые подозрения, думаю, сидят, не слушают. Вот круг жизни, вот у многих вот такой. Вот это вот, я мне мою, и дальше не можем уйти. Вот здесь все, вот это наша душа, это наша плоть, вот эти наши боли, раны, обиды, стыд, страх. И мы не можем разорвать этот круг. Мы думаем, вот чтоб кто-то за нас помолился. Ребятки, ну я говорил, еще раз говорю, одна из лучших книг, которую когда-то я читал, а Эрла Штегин, вот пробуждение начинается с меня. Если ты не разорвешь вот эту свою плоть, как Иисус учил, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Я искренне скажу вам, многие годы я это не понимал. Просто жил по плоти. И когда я читал, ну, естественно, я смотрел на других, рядом находящихся, которые были там 20, 30, 40, 50 лет в Боге, я никакой разницы не ощущал. Ну, они умнее меня были, больше Слова Божия знали. Но я не видел жизни. Я не видел, потому что это просто плоть. Это плоть. Когда ты живешь в осуждениях, в обидах, в страхах, это клевета, нищета, это все вина, отвержение, это все вот эта плоть, это наша плоть. И порой мы не можем выйти за рамки этой плоти. И вот так можно по этой жизни ходить просто, плотской христианин. Ну, как я говорю, пользы, как от козла молока, бесплодная жизнь, бесплодная. Идут годы, они не возвращаются, они не возвращаются. Мы слышим, мы знаем Слово Божие. Я... ну, если кто еще помнит, на Новый год учил. Господи, ну вот научи нас счислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое. Год уже скоро завершится. Если ты прибавил что-то в духе, дай аминь, слава Господу. А если где был, твоя плоть просто убила опять все эти намерения, желания, это же печально. Это печально. Ты просто проходил в церковь, и то, что Бог дал, великие, драгоценные обетования, как в Ефесянах написано, что могущество силы, безмерное богатство, все это Бог дал. Ну как это принять? А это вот разорвать надо. Ну что тебя держит? Брат, сестра, это сразиться надо со своими этими привычками, со своими страстями, со своими похотями. То, что ты привык делать, сразиться. Нет, я хочу победить. Ну, поймите, вот эта жизнь у многих вот такая. Мы ничего не видим. Вот эта плоть, она нас держит. Вот этот круг, вот этой плоти. Мы не можем выскочить вперед. И как бы, я если учил вас, если вот вы помните, это пару лет назад я такую тему... говорил, я есмь. Кто помнит, что это такое было? Так вот, все, что я вам скажу, еще раз возвращусь. Когда мы живем вот по плоти, да, мы живем по плоти,
Мы смотрим на жизнь очень просто. Мы смотрим на жизнь так: что я имею сегодня? Вот то, что ты имеешь сегодня. И обычно, в зависимости от того, что ты имеешь, но ты себя так вот и ощущаешь. Так и ощущаешь. Многие приходят и такие унылые, печальные, потому что это есть жизнь по плоти. Это жизнь по плоти. Это она убивает. Нам трудно благодарить Господа тогда. Быть теми, которыми Бог нас сотворил, мы этого не видим в своей жизни. Жизнь по вере – это когда ты выходишь с этого круга, своей плоти, и ты знаешь, что Бог говорит о тебе: «Я Сын Божий, я наследник Божий. Мне дана власть в Иисусе Христе, мне дана безмерная сила, безмерное могущество, я силен побеждать, мне даны великие драгоценные обетования». То есть я есть в Боге такой, так Бог меня видит. Ни больным, ни немощным, ни в долгах, а Он видит меня как царственным священством, наследником Бога, Сыном возлюбленным. Так Он на меня смотрит. Когда я это понимаю, если я это понимаю, мои чувства, они тогда наполняются, миленькие мои дорогие, благодарностью. Я перестаю печальным, унылым, недовольным ныть, гундеть, бухтеть. Потому что я знаю: стоп, мне принадлежат великие драгоценные обетования. Бог мне это дал. Царство Божие Он мне даровал. Это праведность в Иисусе Христе. Это Божий шалом. Это радость. И я благодарю Бога за то, что Он даровал. Я славлю Его, я возвеличиваю Его. Мое сердце наполняется благодарностью. Что и тогда оно приходит. Вера, осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. То есть, как я вижу себя, не такой, какой я вот тут вот завис, как многие крестьяне. Они зависли во плоти, и не видишь тогда ничего впереди. Когда мы выходим за этот круг, это жизнь в духе, это то, что Бог сказал, это то, что Бог даровал. Говорит: сын мой, дочь моя, тебе великие драгоценные обетования, для тебя все для жизни, все для благочестия, но приложи все старание, все усилие, чтобы сокрушить плоть свою, сокрушить власть плоти, сокрушить привычки плоти, чтобы восстать, подняться. То есть мышление такое: кто я есть в Боге? Быть Сыном Божиим. Я наследник Божий, я Сын Божий, я царственное священство, я достойный Сын. Мне принадлежат великие драгоценные обетования. Я создан подобно Богу. Бог мне дал что? Владычествовать над землей, да? Что? Управлять этой землею. Бог все это дал. Но когда жить по плоти, я не соображаю ничего. Я смотрю вот этими глазами плотскими. Вот это выйти отсюда. Выйти отсюда. Ну вот я для многих скажу, ребят, ну для многих, кто уже там лет 10, да, вы можете еще ездить на десяток или 100 конференций. Меня там в Африку зовут, в Корею зовут, еще куда-то. Я думаю: Господи, зачем оно мне надо? У меня уже мозги трещат от знаний. Это реально. Я понимаю, что вот, это мой круг жизни, это моя плоть, которую я должен побеждать. Если я побеждаю, если я живу верой, если я живу по духу, оно все тогда, оно расширяется, оно приходит. Бог мне дал власть наступать на змей, скорпионов. Бог мне дал в духовном мире пленять все эти замыслы властей, начальств, мироправителей, духовных. Чего их бояться? Тот, кто во мне, сильнее того, кто в мире. Бог сказал: один из вас победит тысячу, если мы верим в это, а двое вообще тьму. Но мы не верим, мы живем во плоти. Лев на улице, лев на площадях, боимся всего. И мы теряем Божью жизнь, Божье благословение, Божье обетование. А время оно проходит, время уходит. И то, что Бог дал нам, оно проходит мимо. Бог своей стороны говорит: я дал вам благодать. Для тех, кто желает побеждать, благодать на благодать. Для тех, кто еще больше желает побеждать, умноженная благодать. Для тех, кто еще больше желает что-то делать, преизбыточная благодать. Для тех, кто вообще хочет, кто жить без границ, обильная благодать, чтобы она текла через тебя. Все дал. Но вот это вот здесь. Нравится нам, не знаю, мы так живем.
Это наши привычки. Это привычки плоти. Я знаю, ребят, вот многие здесь служители, вижу ваши лица, да? Я знаю, вы гораздо можете больше. Гораздо. Но вот эта наша жизнь плотская, она просто удерживает нас там. Она удерживает в этом маленьком круге жизни. Мы довольствуемся чем-то малым, и мы считаем Слово Божие. А там великие драгоценные обетования. А там все для жизни, все для благочестия. А там Бог сказал, если кто... не имеет из вас жилья, оставит братьев, сестер, детей, жену, землю ради меня, Евангелия. Что там Бог пообещал? Во сто крат дам. Вы верите этому? Оно работает. Поймите, это жизнь по вере или без веры. Это наша плоть, это она не пускает. Мы привыкли так жить. Но, ребята, я очень желаю, да, чтобы действительно все-таки восстали, все-таки поднялись. Это сразится. Главное вот услышать своего Господа, соединиться с Ним. Боже, что Ты хочешь? Что Ты желаешь? Или мы будем опять смотреть на Слово Божье и как забывчивые слушатели. Мы, поймите, с чего я начал. Мы обманываем сами себя. Бог дал все. Бог дал нам здоровье. Понес немощи, болезни за тебя и за меня. Разрушил все проклятия. Бог желал и желает нашего успеха. Бог желает жизни и жизни с избытком. Это Его желание. Чтобы Бог желает, чтобы ты спасся и весь твой дом. Это желание Бога, оно непременно. Бог желает, чтобы ты был всегда и во всем богат. Это желание Бога, оно неизменно. Он все сделал для этого. Но вот наша плоть, да, она, о Господь, я это хочу, но наша плоть, она нас держит. Наша плоть, она нам не дает прорваться. Она не дает. Либо знаете, что, мы знаем, что какой-то грешочек за нами водится, один, другой, третий, оглянулись, никто не видит, пойдет, сойдет. Я такой был. Но оно ничего не работает тогда в жизни твоей, ничего не светит. А Богу нужны действительно мужи, жены веры, которые начнут все это разрывать.